получит тысячи справедливое воздаяние. Если кто пришел после третьего часа, пусть благодарностью празднует. Если кто после шестого часа подошел, пусть не смущается, ибо его ничем не обделят. Если кто и не девятый час пропустит, пусть подходит он, ничем не смущаясь, ничего не страшась. Если кто к одиннадцатому часу подоспел, пусть и он не смущается в опоздание, ибо молодых и щедрых не любит одарять, и последнего принимает, как первого. И пришедшего в одиннадцатый час отпускает на покое, как работавшего с первого часа. Последнего милует и первого угождает, и тому воздает, и этого одаряет. И сделанное принимает, и намерение приветствует, и дела чтит, и замыслы хвалит. Так ходите же все в радость господина.
Да победит Господь Бог!